Вероника Бартоли. Выйди на сцену. Давайте все вместе поздравим ее с днем рождения. С днем рождения! Это вы, и вы, Светлана. Наша Геннадия, 10 человек, она Геннадия. Я попальчу подожду. Вы у нас мама-героиня, ваш коллектив 10 человек, правильно? Такого звания только достойна мать-героиня. Это мы вас поздравляем с праздником. А еще есть одна мама-героиня, как раз хочу посчитать ее цыплят. Стараюсь, не успеваю. Говорят, цыплят по осени считают. Пожалуйста, еще одну маму героиню сюда. Да, конечно, Маргарита Геннадьевна, вас. Тоже мама героиня. Сколько у вас коллектив? Сколько у вас коллектив? 33-й мама героиня. Спасибо вам, девочки. Спасибо, что такие мамы героини существуют. Спасибо вам большое. Аплодисменты. Спасибо. На этом наша торжественная программа подошла к концу. В заключение еще раз поздравим всех мам, бабушек с праздником! Как бы далеко не шагнуло человечество в прогрессе, как бы ни ступала эпоха, никогда не обесценится забота женских рук и мудрое материнское слово. И самой большой ценностью в мире всегда будет ваша любовь, драгоценность, которую не купишь ни за какие деньги. Пусть солнце ярче светит для вас, а рядом всегда будет крепкое мужское плечо женского счастья. Спасибо за внимание.